Итак, друзья, как получить 100 огурцов с растения? Это не сказки, это реальность. С чего начинаем? Начинаем с того, что выбираем хорошие семена. Вот вы видите, у меня сидит тут огурец Эколь. Очень хорошо получаются в этом плане огурцы Кибрия, Амур, Артист. Ну, Эколь тоже хорош. А вот я в этом году их себе посадил. Дальше сажаем мы их через 40 сантиметров друг от друга. И в один ряд, вот у меня тут метровая грядка, и огурцы сидят только в один ряд, не гуще. Значит, дальше самое важное. Вот мы его подвязали, да, и можно, казалось бы, о нем забыть. Но это не так. Первые сантиметров 15-20 от низа мы убираем все боковые побеги и все начинающиеся огурчики. Ослепляем эту часть. Через 20 сантиметров уже можно оставить те огурчики, которые на стволе, на стебле. Но зато мы прищипываем пасынки. Мы сначала удаляем их полностью в ноль, а чуть выше мы начинаем прищипывать их за первой завязью и еще одним листом. Вот мы видим цветочек огуречный женский с огурчиком, и мы видим сверху него еще один лист. Вот можно оставить даже второй. А после этого мы прищипываем. Вот так. И точно так же делаем со всеми остальными побегами. Вот мы видим, у нас пошел боковой побег, раз огурчик, ну, два огурчика, очень уж жалко его прищипывать, и убираем точку роста. Так, вот дальше у нас раз огурчик, побег, и пока тут рано еще прищипывать. Точно так же мы все остальные огурцы общипаем. Это немножко оттянет плодоношение, но зато огурец будет расти намного сильнее, и растение само будет крупнее и более мощным. На самом деле, вот сейчас он у меня ростом где-то полметра, и на нем порядка двух десятков завязей, 22-24 огурца можно с этого куска получить. Дальше, когда он у меня дорастет вот до такой высоты, я уже буду оставлять не по одному огурцу на боковых побегах, а по два. И, соответственно, все, что осталось на стебле. Таким образом, у меня количество огурцов будет еще больше. Когда он дорастет до верха теплицы, мы, соответственно, заворачиваем наш огурец вниз и даем ему опускаться вниз, ни в коем случае, чтобы огурцы не образовывали шатер над собой. Тогда урожайность резко упадет. И, конечно же, когда огурец у нас начнет достигать земли, лучше собрать последние огурцы и за две недели до этого момента высадить новую рассаду. То есть, если вот состояние, как он у меня сейчас, то это будет примерно недели через 2-3 нужно посеять огурцы и трехнедельную рассаду посадить вместо выброшенных. И тогда каждое растение даст вам около 100 огурцов, ну 80, это совершенно реально. Не забываем, кроме того, что нужно наш огурчик будет для такой урожайности подкармливать после каждого сбора плодов и не давать плодам перерасти. Вот такие вот огурцы, как вы видите, это самое то, что нужно для сбора. Можно дать ему подрасти еще на 1 сантиметр и завтра уже собирать. Таким образом мы получаем максимальную отдачу с каждого растения и максимальный урожай.